Добрый день! Сегодня будем с вами готовить очень вкусные креветки. Это очень просто и очень легко. Берете креветки, масло, чеснок и петрушку. И вы балдеете от этого рецепта. Это очень просто и легко. Начинаем. Все порежем чеснок, масло разогреем на сковородке и петрушку порежем. Берем нашу сковородку, ложим масло 100 грамм и чуть-чуть подсолнечного масла, чтобы масло не подгорело. Подогреваем его и выложим наши креветки. Порезали наш чеснок и петрушку. И сделали очень вкусный салат. Петрушка, огурец и авокадо. И все это, и лучок. И полили это очень-очень вкусным нашим вкусным подсолнечным маслом. Подсолнечным со вкусом. И балдеете дальше. Я поливаю это все маслом и поливаю нашим простым уксусом, белым уксусом. Это наш русский салат. Посыпаем солью и перцем салата. Конечно, наши креветочки подходят, и все будет очень вкусно. Готовьте это быстро, легко и вкусно. Посыпаем все это солью и перцем и готово. Через 2 минутки мы будем ужинать. Вот масло наше разогревается. Посыпем, положим наши креветочки, минутки по 2, не больше, с каждой стороны, чтобы наши креветки были розовые, вкусненькие и сочные. И вот так солим, перчим наши креветочки, 2 минутки с каждой стороны, не больше. Если нет, они очень будут твердые и невкусные, так что жарим недолго. Наш салатик готов, наша петрушечка с чесночком готово, и все будет вкусненько. Вот так они начинают пожариваться. Переворачиваем с другой стороны. И еще 2 минуты. Насыпаем все это чесночком и добавляем наши петрушечки. И все. Все готово. Сейчас будем сервировать. Подается все это со стаканчиком очень вкусного, холодненького белого вина. И приятного вам аппетита! И до скорой встречи на моем канале. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.